писать как следует, прямо. Очень много стыру я плёцки-то. Садись как следует, прямо. Слетай. Ну, шуганая. A model for me, Mrs. Kensington. You know how Mr. Kensington feels about that. Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Поставила.
все тоже в каёках-то. А как же ты хочешь-то? Это каёки. Это и есть като. Всё, наклоняй. And depression. Come on, I'm 26 and we'll be right back.
останні. Все уже почти. Возможно, авторы «Мелового лагеря» вдохновлялись другим неплохим сериалом «Терра Нова». В нем были очень опасные диники аксерапторы, которых местные жители называли слэшерами. Хотя в целом совпадений не так уж и много. И официальных подтверждений того, что создатели мультсериала черпали вдохновение именно из «Терра Нова», я не нашел. Явным сходством являются шипы на голове, лапах и хвосте. Возле ранки принимает зеленовато-желтый оттенок, а после также распространяется по всему телу жертвы. Если укол пришелся на руку или ногу, то у конечности наступает полный паралич и значительное опухание. Из-за ну как так? Мавара найди, куно мама тартуте. いらっしゃいませ。 Семёныч-то? Потише, видите? Не дома. Ой, то это?
горячий, да, горячий. Мама, кетчуп. Сейчас кетчуп там. Только немного лей, хорошо? Семёныч, я к тебе. Вкусная картошечка. Аригато. Лиса, а ты попозже? Я не умею стричь, не судите строго, но просто мне нравится. Но мне нравится, и я дико стрессую. У меня вот до стрижки начинают руки-ноги дрожать. Я боюсь, я не успею. Я боюсь, что он заплачет, скажет, все, хватит. Я понимаю, что мне надо быстрее. Короче, это такой нерв, но одновременно это кайф для меня. Ну, я, конечно, несколько видео там просмотрела, как примерно. Но все равно вот подстригу и каждый раз подхожу. Да-да-да-да-да, вот тут я не достригла, косо-косо. На нет не ушло, вижу полосу какую-то. Да-да-да, вот здесь вот мне надо... Был и так каждый раз. И каждый раз одно и то же.
Я водила Ису только один раз стричься, а так сама. Ну, так что, тш, не ржать.